В рамках предсезонной подготовки «Пинская волна» посетила одно из крупнейших машиностроительных предприятий города – ЗАО «Амкадор Пинск». Руководство и футболистов клуба провели по всем цехам завода и ознакомили с полным производственным циклом. Самая впечатляющая часть экскурсионной программы – демонстрация готовой спецтехники, производимой как по заказу белорусских предприятий, так и зарубежных партнеров. Мы показали свое предприятие, как рождаются машины, от поставки металла до выхода готовой продукции. Познакомились с номенклатурой выпускаемой техники, с условиями труда работающих, оборудование, на котором это все производится. Ребята остались довольны. На данный момент подписано 26 договоров на оказание спонсорской помощи «Волне». В планах футбольного клуба увеличить этот список на 10-15 позиций. «Амкадор» – один из основных партнеров пинского клуба. Предприятие оказывает футболистам поддержку не только финансовую. Среди его работников есть и болельщики бело-синих. Все за нее переживают, болеют. Всегда переживали за ее взлеты, падения. Всегда хочется, чтобы наш город тоже звучал не только у нас, но и по всей Беларуси, чтобы наша команда выходила все в более высокие лиги и участвовала там. Экскурсия вот эта, ну, удалась. И нам пошла на пользу, и команде, и, я думаю, наши спонсоры, мы их еще поблагодарим, пригласим, конечно, всех работников «Амкадора» на футбол, который скоро у нас стартует чемпионат. Не за горами для «Волны» первый матч чемпионата Беларуси. 8 апреля пинчане на выезде сыграют с Оршей, а уже 15 апреля проведут домашнюю встречу с микошевичским «Гранитом».